рамках программы расширения производственных мощностей компании-разработчика струнного транспорта Юницкого во вторник, 5 ноября, в первый производственный цех закрытого акционерного общества «Струнные технологии» был доставлен вертикальный пятиосевой обрабатывающий центр моделей Genos M460V5AX производства японской корпорации Окума. Окума является признанным во всем мире брендом в сфере металлообработки. Этот станок отличается от аналогичного оборудования прежде всего своими конструктивными особенностями. Это высокой жесткостью станины, прецизионной точностью и надежностью. Данный обрабатывающий центр позволяет изготавливать детали из различных материалов, начиная от пластика и композитных материалов и заканчивая высоколегированными и закаленными сталями. Одной из важных особенностей этого станка является наличие продвинутой системы безопасности, которая исключает столкновение рабочих органов станка. Это, в свою очередь, снижает риск производственных потерь. Работа на этом станке требует от оператора высокого уровня квалификации. На рынке труда Беларуси таких специалистов немного, но у нас в штате они имеются. В данный момент сотрудниками компании «Окума» производятся пусконаладочные работы. Вот станковая эксплуатация будет осуществлен в ближайшее время.